Туркменистан, США по пути дружбы и сотрудничества. Фотовыставка под таким названием открылась сегодня в выставочном центре Министерства культуры и телерадиовещания Туркменистана. Организаторами экспозиции совместно выступили Министерство культуры и телерадиовещания Туркменистана и посольство Соединенных Штатов Америки в нашей стране. Здесь посетителям выставки были представлены фотоработы, предоставляющие обширную информацию об истории развития туркменно-американских отношений на протяжении почти 20 лет. Очень зрелищно и эмоционально выглядит коллекция фотоэтюдов на тему жизни туркменского народа, природы, которые произвели неизгладимое впечатление на дипломатов посольства США, побывавших в разных уголках Туркменистана. Неповторимость, самобытность и колорит Туркменистана раскрыты посредством фоторабот, посвященных новостройкам туркменской столицы, живописным уголкам Туркменистана, национальному культурному наследию, историческим памятникам, Национальному музею туркменского ковра. Hello, my name is Sylvia Curran. I'm chargé d'affaires at the U.S. Embassy. Меня зовут Сильвия Карен, я временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Туркменистане. Проведение этой выставки – это событие в жизни столицы. Еще одно яркое свидетельство успешного развития туркменно-американского сотрудничества. Мы выражаем благодарность посольству США в Туркменистане и Министерству культуры и телерадиовещания Туркменистана за содействие в проведении этой выставки. Сегодня отношения между Туркменистаном и Соединенными Штатами Америки – многосторонние. В каждой фотографии нашли отражение различные аспекты двустороннего сотрудничества между нашими народами. Я надеюсь, что вы найдете время посетить эту выставку. Здесь в рамках выставки состоялся и джазовый концерт. Эта группа приехала из Нью-Йорка в вашу страну уже в четвертый раз. Они планируют выступить в различных уголках Туркменистана и порадовать любителей джаза своим творчеством. News around Turkmenistan this week. Туркменистан и американские Соединенные Штаты. Говорит художник Чарымурат Сарыев. По своему содержанию выставка «Туркменистан, США. По пути дружбы и сотрудничества» очень обширна и многопланова. Здесь и природа двух стран, отражены и направления сотрудничества, здесь явный интерес, проявленный к жизни туркменского народа. Я считаю, что такие выставки должны проходить регулярно, они очень интересны и познавательны. Проведение данной выставки является следствием того, что отношения между Туркменистаном и США в последнее время развиваются по всем направлениям, в том числе в образовании, культуре. Данная выставка представлена фотоработами. Мединет орлорнан, дырлыгонышлорнан, хызматташлык орнына ишлер алынып барыла. Сергі барысында айданымызда фотосуратларын сергісі демеклігін. Фотографии возвращают нас в историю, к началу развития отношений между двумя государствами. Как я уже отметил, эти отношения успешно развиваются и в сфере образования. Ежегодно многие туркменские студенты отправляются в США на учебу. Это является одним из множества примеров развития сотрудничества между двумя государствами. Нерменлер келерлер, өзара пікір алышалар. Бу хызматташлығын хеммежесе екі ордың достық ара-қатынастарын беркідер, ве кеңелдер.
My name is Rainer Morel. I'm the German ambassador. В Туркменистане мы проводим свое свободное время очень приятно и интересно. Сейчас мы посетили фотовыставку, говорит Рейнер Морель, посол Германии в Туркменистане. Организаторами этой выставки выступили посольство Соединенных Штатов Америки в Туркменистане и Министерство культуры и телерадиовещания Туркменистана. Эта экспозиция широко освещает все направления туркменно-американских отношений. Особый настрой этому мероприятию привнесли выступления джазового квартета. Я советую всем посетить эту фотовыставку, которая проводится в выставочном зале Союза художников Туркменистана. Это прекрасный зал, где одновременно можно познакомиться с работами туркменских художников. Я приглашаю всех вас посетить выставку и послушать джазовую музыку. So I would say, come and see these pictures, see the photos, and see as well the pictures you have here from the Turkmen artists. My name is William Stevens. I'm the head of the. Меня зовут Вильям Стивенс. Я заведующий отделом по связям с общественностью посольства Соединенных Штатов Америки в Туркменистане. Мы впервые проводим здесь фотовыставку. Эти фотографии демонстрируют сотрудничество в самых различных направлениях между Туркменистаном и США. Они запечатлели важные моменты истории развития межгосударственных отношений, различные направления сотрудничества. Среди этих фотографий есть фотографии студентов, зданий университетов, архитектурные памятники, моменты реставрации, реконструкции мечетей. Освещены здесь и разные направления бизнеса, экономики, военного сотрудничества. Здесь представлено немало также фотографий государственных деятелей, в том числе вашего уважаемого президента и нашего президента. Эта выставка проводится в рамках ежегодно проводимых в Ашхабаде туркмено-американских консультаций. В нынешнем году эти двусторонние консультации проводятся на этой неделе, которая будет касаться всех направлений сотрудничества, способствующих развитию двусторонних отношений. По-моему, в этих фотографиях великолепно освещены крепнущие день ото дня дружественные отношения между нашими странами. Во время этой выставки мне удалось побеседовать со многими ее посетителями. И мне было очень приятно слышать о гостеприимстве, открытости туркменского народа. Многие из представленных фоторабот тоже доказывают это. Мне очень понравились фотоэтюды с различных праздничных мероприятий, проводимых в Туркменистане, или, например, встреча и беседа с учащимися младших классов. Эти работы настолько добрые, сердечные и открытые, что когда смотришь на них, невольно улыбаешься. Я рад, что подобные выставки проходят в нашей стране постоянно. Это малая толика народного творчества, искусства, которое помогает развивать и расширять сотрудничество. Это стало возможным благодаря политике уважаемого президента, проводимой во благо народа и страны. Дотлык ары катнашыгы не беркитмеген бир нышаны болуп тур. Элбетте шунун алакы дотлыклы, парахатчылыклы катнашыкларын һәм дә хезмәттәшлыгын эсасында хөрмәтле президентыбызның тагалласы улыдыр. Моның өчен без хөрмәтле президентыбызә шул мәдәният, шул угырлардан алып барган эшләрне өй тарафыдан тагы булсын айдыярым.
Ampela Лонгпа, I'm the Я Сампела Ломпа, представитель ЮНИСЕФ в Ашхабаде. Очень рад, что посетил эту фотовыставку. Она мне очень понравилась. В ней отражены различные аспекты двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и США. Когда смотришь на эти фотографии, то действительно убеждаешься, что сотрудничество этих двух стран коснулось многих аспектов и направлений. Это и науки, образование, культуры, здравоохранение, экономики, энергетики, транспорта. Я считаю эту выставку крайне полезной и познавательной, ведь она многому учит. Туркменистан сегодня открыт для всего мира. Здесь на выставке отражены все направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, и поэтому я очень рад, что меня пригласили сюда. Что касается места проведения выставки, то им стало здание Союза художников Туркменистана. Огромное спасибо правительству Туркменистана, туркменистанцам, творческим деятелям и детям, без которых это мероприятие просто бы не состоялось. Все мы стали свидетелями того, как открывается Туркменистан всему миру благодаря преобразованиям под руководством уважаемого президента в эпоху нового возрождения и великих преобразований. Мы рады всем происходящим в Туркменистане преобразованием и желаем дальнейших огромных успехов. And I think we'd like to thank, of course, the government of Turkmenistan and the people of Turkmenistan and the artists and the children who make all of this possible. And of course, all of this under the leadership of His Excellency the President of Turkmenistan and the new revival, which opens the window to the world, and hopefully also I think the doors to the world are opening much more widely, and this is a very welcome development, and we all welcome it and we wish well, and we want to be all part of this partnership. So thank you. На выставке символической, открывшейся в преддверии проведения в Ашхабаде туркмено-американских консультаций и совместного бизнес-форума, было представлено около 50 фоторабот, в которых нашли отражение различные аспекты двустороннего сотрудничества. Среди сфер сотрудничества наука, образование, культура, здравоохранение, экономика, энергетика, транспорт и многие другие. Фотографии запечатлели важные моменты истории развития межгосударственных отношений. Искусство сближает народы, и данная выставка – еще одно яркое свидетельство успешного развития туркмено-американского сотрудничества в эпоху нового возрождения и великих преобразований, благодаря мудрой политике уважаемого президента Туркменистана.